Всем привет! Сегодня 12 марта, весна, у нас еще елочка, и она вот такая живая, не осыпается, и очень даже жалко с ней прощаться, но сегодня наверняка мы это сделаем, ее нужно уже выносить, хотя она еще такая красивая, она вообще не осыпается и не создает никаких хлопот, вот ни одной иголочки вообще нет под ней, я даже ее сейчас потрясу, чтобы было видно, что она не осыпается, вот так начну ее даже так вот делать, смотрите, как она сырится. Вот, она не только в этом году нас радовала своим присутствием, вообще каждый день полностью так радовалась душа, когда ее видишь. Она еще послужила дисплеем для моего натурального продукта целебного. Я ведь показывала это видео в предыдущих своих, видео. Вот, просто мне сказали, что эта елка не настоящая, и не верю, что это настоящая елка. Вот я хочу показать, что это все настоящая елка, что это не искусственная елка. Я хочу показать, что здесь вот иголочек нету. Сейчас я буду ее трясти и даже буду так вот отрывать ее, вот, что это действительно елочка настоящая. Я не хочу ее зверски ломать ветки и показывать, что это действительно настоящая. Так и так видно, что она настоящая. Вот я ее потрясу даже, потом она не трясется, не сыпятся иголочки. Вот, это первый раз я вообще такое вижу за всю свою сознательную жизнь. Никогда я не видела, чтобы в марте месяце, она уже больше 3 месяцев у нас в доме, чтобы она не сыпалась. Хотя мы ее принесли, она сыпалась, и она первую неделю сыпалась. И пока мы ее не начали брызгать моим средством, которое я произвожу и создаю натуральным. И она вот, иголочки как будто приросли к ней, она даже почки пустила, вот. Так что просто очень жаль, я даже вот хочу ее обнять, мою красавицу, как она меня радовала. Это просто, я не знаю, как даже сказать, какую любовь я к ней чувствую, какая она красавица моя, дорогушечка. Вот. И я не знаю, видел ли кто-нибудь вообще такое в своей жизни или нет. Была ли у кого-то такая, чтобы елка, чтобы не сыпалась, то я не знаю. В моей практике, особенно вот здесь, ни в детстве такого не было. Ни вот здесь, вот последние 15 лет, у нас все время елочка. Вот, смотри, какая красивая. Ну-ка, направь сережку. Вообще такие сырья, как будто эти разросли, здесь же иголки. Вот. И она ни разу не сыпется. Вот. Ну, и все.